Добрый день, с вами магазин электроники Аксора ФАК-16. Сегодня будем рассматривать, как настроить универсальный пульт дистанционного управления для вашего телевизора. Наверняка у вас бывали такие случаи, когда свой родной пульт разбили, утопили, либо сломали просто дети. В таком случае вам на помощь придет вот такой пульт. Так, на данный момент мы включили телевизор, настраиваем пульт. Нажимаем кнопку Set. Сейчас, секунду. Нажимаем кнопку Set, нажимаем, держим ее и нажимаем кнопку Power. Все, загорелась лампочка. Дальше нажимаем кнопку прибавления громкости до тех пор, пока на телевизоре не появится регулятор громкости. Нажимаем, отпускаем. Нажимаем, отпускаем. Нажимаем до тех пор, пока не появилась кнопка громкости. Вот. Все, появилась, нажимаем Set. Все, наш универсальный пульт запрограммирован. Пробуем переключить каналы. Прибавляет. Громкость. Прибавляет, убавляет. Отсюда переключает. Все. Меню. Работает. Выключаем. И ну раз требуется гораздо больше времени, чем у меня. То есть данная процедура может проходить до 5 минут. Поэтому не отчаивайтесь, нажимайте, и у вас все по-любому получится. Всего доброго.